Всем привет, это Юрий Тик-Так-Мир, и знаете, что в этой картонной коробке, вот засветил уже, ладно, Disney часы тут, в общем-то говоря, может быть, они не самые продвинутые в техническом плане, Riguna, кстати, называется компания, чуть позже о ней два слова, ну, куча разной служебной информации, Микки Маус. Вообще, это редкая достаточно вещь, их всего 800 штук, и, что интересно, за пределы Японии эту вещь не разрешено продавать. Я не знаю почему, но мне поставщик так и сказал: Юра, извини, давай мутить, но напрямую я тебе ее не отправлю. И что же там такое? Пам-барам-барам, так это все лишнее. Смотрите, Дональд Дак, блин, красавчик какой. О, молодец, Дональд, привет. Итак, это Citizen Riguna. Сейчас я вам даже скажу, как они называются. Называются они как бы странно достаточно. КП-3-112-10СС, 22 тысячи японских йен. Но я вам скажу, что они стоят, в общем-то, дороже, чем 22 тысячи японских йен. Итак, друзья, это просто кварц солнечный. И выпущен он в честь дня рождения Дональда Дака 9 июня 2018 года. У него был день рождения, и решили вот эту штуку выпустить. Смотрите, тут у нас есть якорь, тут у нас есть такой спасательный круг. А в центре секундной стрелки, сейчас я вам покажу, находится как бы профиль Микки Мауса. Я думаю, вам должно быть видно. Вот он. То есть вот такая вот штукенция. Давайте поближе посмотрим на эту модель. Обычные Solar часы. То есть в плане техническом они не выделяются вообще ничем. Кожаный ремешок, естественно, это не крокодил. Задняя крышка прозрачная, служебная информация. Якорь, Дональд Дак здесь написано. А о том, что это лимитка, ничего здесь нет. Даже они даже собраны, в общем-то, в Китае. Но это нормально. В мае 2018 года они сделаны. Сталь, защита здесь 50 метров. Мелкие достаточно часы. 32,5 стекло, 35 диаметр часов. Здесь у нас 40. Толщина небольшая, меньше сантиметра. Между дужками 18. При этом сказано на сайте Citizen, что это часы для мужчин в том числе, и носить их ради веселья. Ну, вот как-то так. Действительно, это часы для веселья, наверное. Надпись Riguna. На стекле вы видите Riguna, это дочка Citizen. Выпускает много достаточно интересных вещей. Если интересно, по ссылочке ниже оставлю страничку, куда можете зайти и посмотреть, что у них вообще есть в принципе. И вот они выпустили серию Disney, много они с Disney сотрудничают, даже концерт какой-то проводили к столетию компании Citizen, и выпустили такие часы Дональд Дак, день рождения Дональда Дака. Может быть, эта серия получит и продолжение, и мы с вами увидим того же Микки Мауса, либо еще каких-нибудь классных героев. Вот такая вот моделька, коротко о ней рассказал, показал, часы просто юморные, просто веселые, по деньгам. Порядка 20 тысяч рублей, недешево, но их всего 800 штук, и таких других, наверное, больше нет. Вот как-то так. Сталь, минералка, просто Solar, отсутствует дата, стальные стрелочки с Микки Маусом на секундной стрелке, вот и хорошо видно, и такой классный Дональд Дак нахмуренный. Такая вот штукенция. Если кому интересно, ищите, пока они есть, скоро их не будет, и вообще в открытом доступе они практически нигде не встречаются. На этом все, всем спасибо, будьте добры, улыбайтесь, не так как Дональд Дак. Всем всего хорошего, носите самые лучшие часы, всем пока.